Здорово-здорово всем, ребят, с вами Смурксим. Поиграем в игрушку Самп на сервере Аризона Меса. Сегодня, ребят, мы идем в казино 4 Dragons, 4 Dragons, 4 Дракона. Для входа необходимо 500 рублей. 500 долларов, точнее, извиняюсь. Сегодня у нас 177 тысяч, получается, на балике. И я попробую подняться в казике. Не знаю вообще, как сесть, что да как играть вообще в данное казино. Правила игры в дурака. В игре подкидного дурака... Не хочу в дурака играть, хочу играть... Что это такое? Как вообще здесь играть, ребят, мне интересно. Бар какой-то. Что в баре можно мне... тут можно приобрести всякую еду и напитки. Я хочу, ребят, поиграть во что-нибудь. Стол для игры в кости. Дайс. Насколько здесь идут играми, интересно. Дайс. ID игрока и ставка в фишках. А как купить... А, вот. Стоп. Дайс. 1-0-1. Давайте 1000 попробуем. У вас достаточно фишка, вы можете купить фишки в обменнике казино. А извините, где есть обменник? Вот хочу найти его. Серьезно, где он? Уф, я слепой, ребята, извините, конечно. Я слепой, реально. Я не вижу, где здесь обменник. Может, здесь? Обменник, все, вижу. Можно, да? Спасибо, купить фишки. Давайте... Стоимость одной фишки 90 долларов? Серьезно? Давайте посчитаем на калькуляторе, сколько это. Получается, если я куплю 1000 фишек, это будет 90 тысяч рублей. Чуть нормально, интересно. Давайте 500 фишек для начала купим. 500 фишек. Я купил 500 фишек на 45 тысяч. Не знаю вообще, что да как. Попробуем подняться. Что сказать? Попробуем. Денег у меня не так много, конечно. Так, дайс. И здесь давайте на 100 фишек сыграем. К сожалению, вы проиграли. Давайте еще сыграем. Сейчас вы не можете начать игру. Почему? Поздравляем, вы выиграли. А вам был добавлен предмет фишки для казино. Результат 5-6. Отлично, что это такое? Мне интересно. Здесь карты играем. Здесь что? Ставка 25 тысяч фишек. Офигеть. Дурак. Серьезно, в дурака мы, конечно, не играем, но я хочу поиграть на фишечках. Походу, только на фишечках эта дура играет. А это что такое? Дайс? Могу, да? Что это? Должен находиться у игрального стола. Стол для игры в кости, понял? Но я же нахожусь около игрального стола. Дайс. Использует дайс. 1600 каких-то. Ё-моё, 100 фишек. Дайс. 36. 100. Игра на... Ё-моё. Давайте еще попробуем сыграть. Ставочка. К сожалению, вы проиграли. Что, давайте еще на 100 фишечек сыграем. Сейчас вы не можете начать игру. Окей, давайте еще с ним сыграем на 100 фишечек. Опять я проиграл. В чем прикол? Что-то я проигрываю пока, ребят. 45 тысяч, получается, я... Вы выиграли. Yes. Точнее, мы в минусе, если честно, ребят, сейчас. Мы в минусе. Давайте еще. Попробуем с ним сыграть. И? Плюс 100, да? Мы выиграли? Сотка, ну. Я тебе предлагаю. И? Вы проиграли. Выпало 5. Я. Yes, хочу. Yes. Вы выиграли. Изи. На 200 фишек я выиграл. Интересно, сколько у меня сейчас фишек? Я уже не помню, сколько я значил. По-моему, я 500 фишек значил, а в инвенте у меня сейчас... Это фишки? 600 фишек, мы в плюсе, ребят. Отлично. А мы на 100 фишек в плюсе. Надеюсь, мы окупимся сегодня, когда выйдем. Попробуем сейчас сыграть с этой дурочкой. Оливия. Хочу дайс. Дайс. Можно, да? Дайс. Короче, заново ведем. 100 фишек. Игра закончилась ничью. Вы сейчас не можете начать игру. Давайте попробуем на 150 сыграть. Фишечек. Опять игра закончилась ничью. Походу сейчас проигрыш будет. Давайте попробуем на 50 фишек сыграть. А, мы выиграли. Надо было все-таки ставить большую сумму. Мне кажется, я сейчас проиграю. А, я опять выиграл? Серьезно. Сейчас точно проиграю. Я опять выиграл? Че, баг? Если сейчас багнулось, то будет отлично. Вы проиграли. А, вот сейчас мы проиграли. Давайте попробуем. Повышаем ставочку до сотни. Вы не можете начать игру.
Вы проиграли. Повышаем ставочку до 150, чтобы все не слить. Я не могу начать игру. Игра закончилась ничью. Давайте еще раз. На 150. Вы проиграли. Окей, давайте на 200. Что-то она жестко слишком. Это бот, походу, да? Игра закончилась ничью. Еще хочу на 200. Мы не можем начать игру. Угу. Вы проиграли. Ребята, если вам нравится эта серия по ставочкам, то напишите об этом в комментариях. На 250 играю, все. Вы выиграли. Так, ну все, мы выиграли. Мы пока что... Мы... 500. Давайте на... Ва-банк. Ва-банк играю, все. Игра... Игра закончилась ничью. Давайте попробуем на 250. Опять игра закончилась ничью. Давай на сотню тогда. Вы выиграли, надо было на 500 все-таки играть. Карты 5К. 5К фишек, серьезно, что-то вы богатые. А это что такое? Что это такое? Это однорукий бандит, чтобы использовать начать игру. Вариант победы. 3 вишни X6, 3 винограда X8, 2 колокола, респаун карт. Ой, ё-моё. Видите количество фишек, которых типа стоит на игровой баланс игрового автомата. Хочу 10 попробовать поставить, что это такое вообще. Bet 10, play. И что оно выпадет? Bad luck. Окей. Походу мы проиграли, да? Так, а мне ничего не написали, да? 3 вишни, 3 слитка, ё-моё. Давайте попробуем 20 попробуем поставить опять. И bet 10, нет, хочу больше бет. 20-ку в банк идем. В принципе, эти автоматы, они такие счастливые. Чё-то мы немного это... Несчастливые, что могу сказать. Давайте 30 поставим. Ну, как сейчас сольем. 30-ку. Ой, 35 зачем-то поставил. Так, ну сейчас мы, мне кажется, сольем. Я уверен почему-то в этом. Потому что что-то сложная игра идет. Bad luck. Отлично. Короче, поиграем тогда в кости. Dice... На сотню вы проиграли. 150 хочу тогда. Оп. Вы проиграли. 200. Оп, вы выиграли. И сколько у нас фишек-то? 490 фишек. Что-то на этих автоматах немного просрался. Пойдем поиграем еще вживую с этими чуваками. Мне кажется, все сольем сейчас окончательно. И со спокойной душой свалим. 60. Дайс 62. Вы должны ходить в свою игральную стол. А я что сделал? Ё-моё, как мне подойти к нему, а поближе? Так, этого чувака надо сместить. Можно? Так, ну что, я этому челику предложил, Насте Вильсон. 189, maybe, попробовать. 189. Вы уже предложили игру. Как там писать надо? Редайс? Редайс же, да? Давайте попробуем редайс. Отказались играть. 189 ID попробуем. Предложить. И мне кажется, сольем. Сольем, нет? Игрок отказался от ставки. Фуф. Короче, идем, короче, с этой дурочкой играть. Потому что нам что-то здесь не везет. Попробуем по сотке просто топить и все. С этой Оливией. Так, где у меня эта ставочка? По сотке попробуем. Первый пошел, выиграли. А, проиграли. Второй пошел. Вы проиграли. Третий пошел. 500 было. Третий пошел. Проиграли. Четвертый пошел. Давай, четвертый. Четвертый должен выиграть. Проиграли. Пятый пошел. 90 у меня вроде, да, балик. Мы проиграли. Окей, сколько мы проиграли итого? Итого мы все слили. Поздравляю. Закупим сейчас еще, короче, 500 фишек попробуем. И я не знаю вообще, что делать. Давайте попробуем еще в дурачка сыграть. Не знаю, что да как там. Попробуем купить фишки. 500 хочу купить фишек. 500. Принять. И денег, конечно же, у меня мало осталось. И попробуем сейчас сыграть в дурака. Не знаю, что да как там. Можно, да? С кем только, вон там челик есть, может с ним сыграть. А это боты, что ли, я так и не понимаю. Вот это ставка 25 тысяч фишек, фига себе, чуку богатый, ё-моё. Хочу с кем-нибудь сыграть, а если что, с этими попробовать. Ребят, здравствуйте. Так, ну чё, тут тоже нельзя сыграть. В карты, походу, не с кем сыграть.
Пойдем фишки фигачить с этими чуваками. Но у меня такой вопросик, как играть тут? Дайс. Дайс 262. Сотня. Ну, отказался. 265 ID. Сотня. Но. Давай. Прими, прими, братан. Пожалуйста. Походу не хочет он. Редайс. Вы не предлагали никому. А, понял. Так, ну кто тут активный самый? 5К. 603 ID. Давайте на сотку с ним. Надеюсь, получится. Надеюсь, он примет. Я хочу просто сыграть. Ну, хотя бы. На. Отлично, даже никто не хочет сыграть со мной. 5-10к, чуки, суммы-то большие, а ё-моё. Так, какому предложить чуваку? 570-му моему айдишнику предложить на соточку. И? Есть кто? Вы выиграли, отлично. Давайте еще попробуем сыграть с ним сейчас на соточку. О, yes или no. Хочу попробовать. Yes. Вы проиграли. Но сейчас, если мне еще раз предложат, попробуем сыграть опять. И? Нет. Не хочет предлагать, я ему сам тогда предложу. Надеюсь, сейчас мы выиграем. И? Давай, давай, соглашайся, братишка. Вы выиграли. Еее. Давайте еще раз попробуем с этим человеком сыграть. Погнали. А, в данный момент игрок не может играть. В данный момент игрок не может играть. Вы предложили. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Давай, соглашайся. Игрок отказался от ставки. No problem, пойдем с Оливией катать опять. Ну, ребят, что могу сказать-то? Что-то скучный какой-то казик получается. Я думал здесь, как на Радмире, весело. А тут, блин, какие-то скучные ставочки. Ва-банк попробую поставить. И пойду отсюда спокойной души. Вы проиграли, все, мы проиграли. Сколько? А, 100 фишек осталось, ё-моё. Я не ва-банк, походу, ставил. Сотня. Игра закончилась ничью. Давайте еще пробуем. Сотня. Короче, нужно окупиться. Я не знаю, что-то не получается нифига окупиться. Вы проиграли. Отлично. Мы слили за сегодня, ребят, 90 тысяч. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях, что да как здесь казики, потому что в сампе я плохо шарю, конечно. И что могу сказать? Всем удачи и всем пока-пока. Херовый казик здесь, херовый. Мне не понравился. Всем пока.